Всем доброе утро! Сегодня 3 апреля 2021 года. И наши малыши и чихуашечки передают вам большой привет. Желают доброго дня, прекрасного настроения в эту субботу. И чук-чук-чук, давайте покажемся все. Все покажемся. Волшебный звук пакетиком. Вот так все собрались, мои умнички. У нас утро уже началось давным-давно. Все уже покушали, сделали свои дела и веселятся, играют. Да, вот тут здесь у меня две няни, Царица и Анфиса. У Анфисы течка, поэтому она мне здесь на няньках отделена от мальчишек. Так, кто тут мои хорошие такие зайчики? Кто здесь мои красивые? В этом видео я хочу ответить на вопрос о стоимости щенков в нашем питомнике Костропула. Честно, у меня просто завал писем с вопросами о стоимости щенков. Сразу хочу ответить, что в видео и под видео я не обсуждаю финансовые вопросы. Это можно сделать только в личных сообщениях, либо по телефону. Все контакты указаны под каждым моим видео. Мы находимся в Симферополе, Крым, Россия. Доставка по России есть по договоренности за счет покупателя. Значит, вопрос дорого-дешево. Наши щенки не стоят дорого, но и они не стоят копейки или дешево. Каждый щенок имеет свою цену, которую устанавливаю я, заводчик. Это мои щенки, и я вправе решать, сколько этот щенок будет стоить. До тех пор, пока щенок у меня, это моя личная собственность. И я сама решаю, за сколько его продавать. Может быть, где-то дешевле, где-то дороже, торговаться, не торговаться. Все зависит от ситуации, конкретно от щенка. Чихуахуа — это не дешевая порода изначально. Это не собака первой необходимости. Тот, кто хочет друга подешевле, не обязательно заводить чихуахуа, особенно из нашего питомника. Если вас именно привлекает какой-то щенок именно вот из моего питомника, пожалуйста, спрашивайте, будем обсуждать. Но сразу скажу, что по 10 тысяч у меня щенков нет и не будет, и особенно девочек, потому что почему-то вопрос стоит: мы хотим девочку, мы не хотим в разведение, но именно девочку. Вот. Бывает немного дешевле мальчишки. Еще вопрос такой: щенки с браком могут стоить дешевле. На сегодняшний день у нас нет щенков с браком. Вот. И даже если бывают такие щенки с браком, брак, нужно понимать, что такое брак. Это какой-то дефект, который не разрешает щенку участвовать в выставках и в разведении в будущем. И от этого собака может стоить совсем немного дешевле. И то не всегда. В первую очередь мы продаем щенков для любви и обожания. И их документы — это подтверждение, что это чистокровные чихуахуа. У вас не вырастет никакая дворняжка. Покупая щенка в нашем питомнике, вы можете в этом быть уверены. Мы стараемся щенков получать от наших производителей здоровых, это самое главное, и красивых. Щенок может иметь, в общем, если рассуждать, и родословную шикарную, и как бы не иметь никаких дефектов, но, грубо говоря, не быть очень симпатичным. Такой щенок, естественно, может стоить дешевле. Всех всегда отправляю на Авито. Там есть огромный выбор щенков от 3 тысяч и до 150 тысяч. Выбирайте того щенка, который вам нравится. Просто иногда, ну, я не могу сказать, что мне обидно. Нет, мне абсолютно не обидно. Я кайфую от своего дела, от своих щенков, от своих собак. Просто иногда удивляют люди, которые хотят самое красивое за очень низкую цену. Ну, как бы не хочется вот приводить примеры, да, вы когда приходите в магазин, вы хотите выбрать что-то там самое лучшее. И, естественно, это самое лучшее всегда стоит дороже.
А есть магазины доброцентом или такого плана с неизвестным происхождением продукты, они там стоят копейки. Вот можно так сравнивать. Можно сравнивать с машинами, можно сравнивать с дорогими часами, можно и дешевыми, там, с подделочкой. То есть с любым абсолютно вещами можно сравнить. И из-за этого осознавайте, почему такая цена на щенка. Естественно, самый красивый щенок, вот самый красивый щенок, будет стоить дороже. Потому что даже у нас здесь можно как бы выделить щенков более шикарных, да, с шикарными данными. И более как бы проще. Хотя друг с другом, если их сравнивать, все они разные, чем и меня и привлекает порода чихуахуа в своем разнообразии окрасов, типов. И, естественно, на каждый тип есть свой любитель. Обязательно кто-то любит более мелких собачек, кто-то покрупнее, у каждого свои как бы предрасположенности. Кто-то любит шоколадных, кто-то беленьких, кто-то рыженьких. То есть вот такой вот у нас есть огромный выбор. Я считаю, на сегодняшний день в небольшом питомнике чихуахуа это бывает нечасто. То есть сегодня, сейчас у нас большой выбор щенков. Поэтому, если кого интересует, обращайтесь. Еще раз повторю, финансовые вопросы я решаю только в личных сообщениях, либо по телефону. Контакты все мои указаны под каждым видео. Мы есть в Инстаграм, в Ютубе, в Контактах, Вайбер, Ватсап, мой МТС, пожалуйста, всегда открыт для связи. Если вот прям вот так интересно узнать, сколько стоят мои щенки, у меня есть страничка на Авито, ну, мой аккаунт, да, не страничка. Там каждый щенок выставлен с описанием и с ценой, естественно. Поэтому ищите меня, если прям вот так вот прям интересно, потому что некоторые мне пишут под видео в Ютубе особенно, что я скрываю цену своих щенков. Я ее абсолютно не скрываю. И поймите, если у вас нет денег на щенка, как бы вам не обидно было кому-то это слушать, не заводите собаку. Потому что купить щенка — это малая часть того, что можно поднакопить и сделать для себя удовольствие и приобрести то, что вы хотите. Потому что люди, когда что-то себе хотят купить, там машину или красивую обувь, или дорогие там часы, они копят себе и когда-то делают себе удовольствие и покупают на какое-то количество времени. Не все на всю жизнь. Но чихуахуа, дай бог, живут 15 лет. И это удовольствие вы берете себе не на один день, а на 15 лет. Примерно, да, грубо, может быть 17, у кого-то живет 20, у кого-то 12, но в любом случае не на какое-то короткое время. И задумайтесь о том, что приобретая хорошего, качественного, главное здорового и красивого щенка, чтобы любоваться им, да, всю его жизнь вместе прожитую с вами, вы получали удовольствие. Всегда можно подобрать несчастное существо с улицы и дать ему вторую жизнь и получать от этого удовольствие. Абсолютно бесплатно. Вам не стоит ее даже никаких деньги платить, но даже подобранная с улицы собака, брошенная, там, как бы родившаяся на улице, требует ухода, требует вложений. Допустим, если говорить о качественном корме для мелких пород чихуахуа, то мешок килограмм корма Royal Canin стартер, да, вот давайте о нем не рекламирую, а просто рассказываю, стоит 700-800 рублей за килограмм. Учитывая, что щенок вот в 3 месяца должен съедать 65 граммов в сутки, считайте, умножайте. Да, мы как заводчики имеем скидки, но эти скидки только для тех, которые покупают в больших количествах. То есть я покупаю не килограмм корма, если мне нужно, я покупаю 20 килограмм корма мешок, да, поэтому он выходит на какое-то количество дешевле. И вот сейчас в нашем сегодняшнем дне, да, мы, ну, у меня мешок корма щенячьего уходит там за 10 дней 20 килограмм. Вот представьте себе, считайте, умножайте. Помимо корма я собакам даю мясо, сырое, говядину. Я даю овощи, молочные продукты, не считая прививок, не считая ухода ветеринара. Хотя очень много я делаю сама. Ну, там, допустим, какие-то косметические процедуры я все делаю сама.
Но и осмотр ветеринара, и вызов на дом ветеринара, все это стоит денег. И даже поездка к ветеринару всей толпой, это мое время, это мои, моя машина, да, мои вложения. Ничего бесплатного в этой жизни нет. Опять же, хочется, чтобы щенки имели в документах, ну, учитывая, что они родились, вот, оно не драться моих собак. С моими собаками мы посещаем выставки собак, получаем самые высшие титулы, которые дает выставка, может дать не от того, что их всем раздают, а от того, что у нас качественные, красивые собаки. И, слава богу, дают очень красивое потомство, что тоже не всегда бывает. Это тоже стоит денег, каждая выставка собак оплачивается. И, естественно, на эту выставку собак мы едем, оплатив, чтобы нас посмотрел эксперт. А не наоборот, как многие думают, подготовить нужно собаку, опять же, потратить время свое. И кроме того, что заплатить эксперту, тоже нужно провести этот день где-то, чтобы какие-то приобрести аксессуары для выставки. Все это стоит очень недешево, уж поверьте. Зато в родословной щенков у вас будет написано, что папа чемпион России и остальные другие титулы, которые мы получаем на выставках с нашими собачками. Вот, поэтому стоимость щенка складывается, естественно, из всего этого. Есть единоразовые, как говорится, заводчики, одноразовые, единоразовые, которые один раз повязали и продали щеночков и сказали: больше, боже упаси, мы этим заниматься не будем. Ну, вперед из песней, покупайте там за 10-15 тысяч, за 5. Кто-то, может быть, хочет избавиться от своей собаки. Знаете, купили, сколько таких тоже есть людей, купили, выбирали, а потом типа не справились, аллергия у ребенка, там голова закружилась. Меня всегда это очень смешит, и они начинают там пристраивать этого несчастного щенка с мисками, одеждой, поводком. Ну, вот туда можно обратиться, там вам, может быть, уступят. Вот, поэтому щенки у меня дешево не стоят, так что не нужно падать в обморок. Кому интересно, я вам даже больше скажу, что мне выгоднее и спокойнее продавать своего щенка в обеспеченную семью, как бы, может быть, кому-то это обидно не звучало, потому что я буду убеждена, что вы сможете не только купить щенка, да, купить для него все, что можно купить на сегодняшний день нужное, да, для жизни комфортной, что вы сможете щенком путешествовать, выгуливать его, а не просто посадить там как игрушку дома, потому что поводочек дорого стоит там или тому подобное. И что если бы, не дай бог, что-то с щеночком произойдет, с собакой, да, вы всегда сможете оплатить услуги ветеринара. А услуги ветеринара на сегодняшний день — это самое дорогое, что может быть в покупке, в приобретении собаки, повторюсь. Это начало, это мелочи, это то, что можно накопить, вас никто не гонит и, самое главное, не заставляет покупать чихуахуа. Собака не дешевая, настоящий чихуахуа дешево стоить не может, буду повторять 1000 раз. Есть другие породы по более низкой цене. Я уверена, что бы ни говорили, вам все-таки хочется прогуливаться с собакой, привлекать к себе внимание этой собачкой, потому что незамеченными вы не останетесь, прогуливаясь с такой прелестью. Кто правильно меня понял, спасибо, кто неправильно, всего доброго. А мы желаем вам хорошего настроения. Всего самого-самого доброго. И мечтайте, мечтам свойственно сбываться. Мы вас любим, всех наших владельцев, наших чихуашечек, нынешних и будущих. А это Ласпи, красавица, бело-шоколадная девочка, готовая к переезду. И еще раз скажу, на сегодняшний день у нас щенки не дешевые, но и недорогие. По 100 тысяч мы их не продаем, хотя, кто знает,
Может, когда-то и будут потом. Всем всего доброго. До новых видео. До новых встреч. Пока.